На полу сияет новенький паркет, на стенах отреставрированная лепнина. Таким зал в ДК «Заря» не помнит даже его старожилы. Звуковое и световое оборудование уже начали менять. Сейчас дело за преображением потолка. Люстры сейчас Галина Михайловна снимает, они будут приведены в порядок. Плафоны покрашены, все это есть. Сейчас ей вот надо мелкие детали. Ну как? Отлично. Зал просто очень красивый. Оценить ход реставрации Дома культуры «Заря» приехал первый вице-мэр Виктор Кудряшов. Работы здесь ведутся уже 2 года. Профессиональные реставраторы восстанавливают исторический вид здания. Клуб «Заря» был построен в военные годы. С тех пор он пережил всего один ремонт, который, к тому же, скрыл все прелести здания. Фасад был испорчен, как и внутренняя отделка. А между тем ДК пользуется огромной популярностью среди горожан. Здесь множество детских кружков, есть занятия и для пенсионеров. Для советского района, конечно, появление вот такого Дома культуры, возрождение его работы – это очень большое событие. И я думаю, что вот к празднику, ко дню города мы порадуем этим горожан. Территория вокруг Дома культуры также преобразится. Тротуар выложат плиткой, разобьют газоны, поставят ограждение от автомобилей. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».